23 февраля уже более 100 лет считается праздником военнослужащих. За это время менялись названия. Сейчас это День защитника Отечества. Он посвящен всем защитникам нашей Родины. В годы Великой Отечественной ни одна крупная операция не готовилась без участия воинов автомобильных и дорожных соединений и частей. В преддверии праздника на 70-м километре трассы М1 Беларусь состоялось возложение цветов к памятнику воинам-дорожникам. Сегодня мы собрались здесь, у памятника воинам-дорожникам. Это место великой силы. Здесь был остановлен враг, рвущийся к Москве в годы Великой Отечественной войны. В конце апреля 1942 года на этом месте воины-дорожники вступили в неравный бой с противниками. И ценой собственной жизни смогли задержать наступление фашистских войск, чтобы выиграть время для наших солдат. Особую историческую роль этого памятного места и подвига железнодорожников отметили участники акции. На этом месте был остановлен враг во время Великой Отечественной войны и не допущен до Москвы. Поэтому и выбрано это место. Поставлена часовня в честь воинов-дорожников. Памятные митинги у мемориала воинам-дорожникам проходят также и в День Победы. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».